Добрый день. Распил масляного фильтра МАН W610-3. Все признаки оригинальности присутствуют. Как видим, шрифт с выборкой краски внутри буквы двоится. Двояйцевый шрифт, так скажем. Так вот выглядит корпус. Даже точки с выборкой краски получились как двойные. Тоже обращаем на это внимание при покупке. Почему-то здесь иероглифы какая-то. Японо-китайско-азиатская надпись. На донышке присутствует батч-код. Сейчас попробуем показать, чтобы было лучше видно. Фильтр довольно-таки свежий, 25 июня 2022 года. Я думаю, понятно. В описании к видео можете перейти по ссылке, посмотреть данный батч-код. Там есть фотография, намного лучше видно, если кому-то важны эти детали. Резьба на фильтре прекрасно все обработана. Заусенцев никаких нет. Резьба сама как отполирована, все блестит. Особенно красиво выглядит отсюда. Такая полированная фаска даже получилась. Дорого, богато. Такого еще в фильтрах не встречал, чтобы было так красиво все сделано. На резинке присутствует синяя полоска. Это не краска, она как впитана туда в резину, чуть ногтем ее соскоблить не получается. Это еще как один признак оригинальности данного фильтра. Есть мановская закатка. 4 выступа, 4 впадины. Так что все элементы защиты присутствуют. Обратный клапан типичный для ман. 100% силикон, в минус 20 эластичность абсолютно не теряет. Клапан поджат катушкой в закрытом состоянии. Сейчас покажу, как это видит, как это выглядит. Они-то где-то 2 мм. Могу с этого ракурса показать, может, это получше видно. Видно, как пружинит. То есть герметичность должна быть отличная. С этим вопросов не возникает. Центральная туба типичная для МАН. Есть заклепки, которые целиком металлические. На китайском МАНе заклепки там полые, отверстия внутри. Попозже буду пилить МАН 610-6. Покажу вам отличие от данного. И покажу вам заодно китайскую тубу. Все вместе это посмотрим. Заливка герметиком для МАН, как всегда, прекрасная, образцовая. Толстый слой и внутри, и снаружи. Ни проклея нет. Излишек герметика в виде капель тоже нету. Перепускной клапан. Усилие срабатывания начала открытия 1,8 кг. Диаметр седла 1,35 см. Того расчетное давление открытия получается 1,26 атмосферы. Сделано все грамотно. Пружина подпирает резинку через стальную шайбу. Шайба типичная для МАНа тоже. Признаком оригинальности эта шайба не является. Такие каемки сейчас делаются. Это в половине фильтров китайских такая делается. Даже и в RAV-фильтре, который ужасно к покупке не рекомендуется. Бумага фильтрующая очень тонкая, что для МАН вообще странно. Толщина 0,36 мм. В том же Еврорепьере Bosch 0,39, 0,42, 0,44 средние. До Мале вообще далеко с их 0,65-0,7 мм. До Нита тоже, как до Луны. Там практически в два раза больше толщина. Так что, МАН, вы что творите? Вы на чем экономите-то? Где ваша знаменитая бумага? Например, в том же МАН 71945, 71945М для китайского рынка. Там толщина порядка 0,55-0,6 мм. Не знаю, почему так сделали. То ли это экономия, то ли это какой-то специальный расчет. Здесь была скрепляющая планка нашего материала. Снимается она для того, чтобы взвешивать бумагу, чтобы не вносить какие-то погрешности в измерения. Площадь фильтрации 715 квадратных сантиметров, толщина 0,36, вес бумаги 9 грамм,
Для примера, по-моему, в Нито 17 грамм, практически в два раза больше. Так что фильтр, конечно, сделан замечательно, вопросов нету. Но вот это не позволяет поставить 5 с плюсом, не позволяет поставить 5, потому что есть фильтра на пятерку, которые лучше будут по фильтрующей способности. Ставим пока 5 с минусом, чтобы в таблице рассредоточить потом фильтра по рейтингу. Это явно будет не топ, это будет где-то там, не знаю, на третьем, четвертом, возможно, на пятом месте фильтр. Ждем MAN 610.6, сравним, посмотрим, какая разница. Всем спасибо за внимание, что дослушали. До свидания.